Летом большинство школьников проводят каникулы в загородных лагерях. В этом году в них побывают около 10 тысяч ребят. Какие созданы условия для отдыха и развлечений и насколько оздоровительные учреждения соответствуют утвержденным стандартам, узнавала наша съемочная группа. Дни, проведенные в лагере «Бригантина», не похожи один на другой. Творческий бульвар работает постоянно, перерыв только на обед и сон. Фотодело, лепка, студия танцев – каждый найдет для себя что-то интересное. В лагере 5 отрядов. Они сформированы по возрастному принципу. Многие из ребят приезжают сюда не первый раз. Я отдыхаю здесь с 5 лет. Мне здесь очень нравится. Здесь все очень интересно проходит. И как бы это мой любимый лагерь. В «Бригантине» каждый год что-то новое. И когда ты приезжаешь, всегда как-то неожиданно получается. Ну вот в этом году добавили новые фишки. У каждого экипажа есть своя фишка. Это очень-очень круто. За досуг ребят отвечают профессионалы. Все вожатые прошли обучение и получили сертификаты. Это безусловно состояние души. И вожатой я работаю уже 3 года. Это далеко не первая смена. Для меня быть вожатым – это получать тепло, поддержку от своих детей. Они каждый раз уникальные, каждый раз такие потрясающие. Это просто волшебно. Качество еды в лагере отвечает комбинат школьного питания, за здоровье свой доктор. Недавно сделали ремонт в комнатах, обновили мебель. Не забыли и о безопасности. В коридорах установлены камеры видеонаблюдения. Так что летний отдых юных чебоксарцев находится под контролем взрослых. В этом году путевки за счет средств столичного бюджета получит около 800 школьников. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика.